отличного купания. Прошу на выход. Как дела, чувак? Ой, ты какой, потрогай, милый. Помню, как год назад, 25 апреля, у нас 10 человек. Из них 2 жителя Красногорска, они не члены клуба, они записались, потому что увидели наше объявление, что мы всех бесплатно возим купаться, точнее дружить с холодной водой. Поэтому всех ждем на запись. Следующий у нас 2 мая, 9 мая, майские праздники мы пропускаем, и после 9 мая опять возобновляем наши поездки. Апреля 2021 года Ярополк, а также жители Красногорска в количестве 12 человек приехали в купель. Окунемся. Фух. На улице сегодня погода дождливая, плюс, наверное, сколько там, 5 или 6 градусов, и обещают весь такой май. Значит, мы весь май будем все равно ездить купаться. Фух. И водички. Говорят, святая вода заставляет еще больше тренироваться по рукопашному бою. Тренируйся больше! А то вообще не тренируешься. Ух, красота! Чем полезно купание в холодной воде? Заряд сил и желание заниматься рукопашным боем. О, давай. Посмотрел. Давай. Головой, головой. Сегодня потеплее. Да? Давай, на следующий. Настрой на Россию, да, у нас нормально, да, Дэн? Да. Следующий, Мишаня, давай, пошел. Мишаня, традиция, поехала. Ой, с тенью. Поехал. Купай. Ага. Ниже с головой. И выходи с криком. Russian Krasnogorsk Morji. Закаливайтесь больше, чтобы любить спорт. Искупались. Настроение бодрячком. Сейчас приеду. Еще позанимаюсь единоборствами. Ашакян со мной постоит в парах, да? Все, записывайтесь в Ярополк. И, соответственно, чтобы с нами ездить в купель. Всем хороших выходных!